Зрелищно, но не масштабно. Так можно описать случившееся утром 16 февраля в Саранске. Туман, реки по дорогам и, что неудивительно, возмущение горожан. Повод для негодования был у жильцов дома номер 13 по улице Коммунистической. Именно они остались без холодной воды на время устранения дефекта трубопровода. Причины произошедшего пока точно не установлены, но у сотрудников горводоканала свои версии уже есть. Произошел, наверное, в связи с погодными условиями, такими сильными морозами. Может, подвижка грунта или еще что-то. Наверное, на соединение где-то трубопровода, может, стык, еще что-то. Ну, это сейчас определим, когда раскопаем, уже будет видно, какой дефект. Будем устранять. Сотрудники коммунальных служб прибыли на место незамедлительно. Дефект был полностью устранен к 3 часам дня. Марина Василевская, Владимир Надькин, Народные новости.